Посевная кампания в стране вышла на финишную прямую. Пшеница, ячмень, кукуруза, овес, гречиха и проса. Семена этих растений легли в почву на площади свыше 1 000 000 гектаров. Это почти 96% от плана. В 2021-м затяжная холодная весна сильно скорректировала график аграриев. Полевым работам хозяйства приступили почти на 3 недели позже обычного. Белорусы смогут поучаствовать в проекте по изучению популяционного иммунитета против COVID-19. Активная фаза исследования стартует с 14 мая. Все желающие смогут сдать анализы на антитела в специально отведенных пунктах. Участие бесплатное. Подробности можно найти на всех информационных ресурсах Минздрава. Запись производится в электронном виде. Бобруйские спасатели оказали помощь 11-летней девочке. Ее нога застряла в фонтане. Благодаря гидравлическому инструменту сотрудники МЧС освободили ребенка. Пострадавшая была доставлена в больницу. 12 мая ожидается всплеск солнечной активности. Интенсивная вспышка может отразиться даже на самочувствии устойчивых к подобным явлениям людей. Рекомендуется ограничить время пребывания на солнце, начиная день с физической активности и выполнять дыхательные упражнения. Пик придется на 13 и 14 мая, а 17 числа солнечная активность пойдет на спад. Сегодня в стране объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха 20-23 градуса со знаком плюс. К концу недели по республике ожидаются туманы, дожди и грозы. Средняя температура воздуха не будет превышать плюс 22.